66 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Это данные статистики ГИБДД за 7 месяцев текущего года. Цифры озвучили на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, которое состоялось в администрации Самары. Представители профильных ведомств областного центра и сотрудники госавтоинспекции обсудили реализацию мероприятий, повышающих БДД на улично-дорожной сети города, в том числе вблизи образовательных учреждений, а также работу лаборатории безопасности. За 7 месяцев зарегистрировано 9 происшествий по неосторожности самих детей. Это на 50% меньше по сравнению со статистикой аналогичного периода прошлого года. Образовательным учреждениям, то есть, относятся достаточно внимательно. У нас таких ярко выраженных мест концентрации ТП непосредственно в границах образовательных учреждений нет. Основная работа, которая подготовка к школам идет, это обновление линии дорожной разметки, которая дублирует знаки «Дети», «Внимание детям», «Вовочка», образовательных учреждений, обновление разметки «Пешеходный переход», находящийся в границах учебных заведений и прилегающих территориях, которые, в принципе, попадают под маршрут движения пешеходов. С 15 по 30 июля в Самаре обследовали 157 образовательных учреждений, которые выходят на проезжую часть. Из них 88 полностью соответствуют требованиям безопасности. Остальные приведут в соответствие еще до начала учебного года. Параллельно сотрудники госавтоинспекции проводят со школьниками профилактические мероприятия, ведь многие возвращаются с каникул, отвыкшие от интенсивного движения большого города. Кроме того, еще в прошлом году власти областного центра приобрели лабораторию безопасности, которая позволяет интерпретировать дорожные ситуации. Так, лаборатория безопасности, гостившая летом в Струковском саду, пропустила через себя 1500 человек. Ежегодно в это время у нас отмечается рост дорожно-транспортных происшествий, так как дети действительно возвращаются в города, отвыкшие, немножко расслабленные. Поэтому в этот период у нас вводится профилактическое мероприятие «Внимание, дети». Оно у нас проходит с 15 августа и по 15 сентября. Кроме того, урок безопасности пройдет и в День знаний, 1 сентября. Также сотрудники ГАИ проведут с подростками флешмоб «Спасибо, водитель». Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События.